просто потрясающий хоккей демонстрируют обе команды. Прямо на наших глазах творится, наверное, новая история. УЧБ юниор, который занял в чемпионате 7-е место. Опасно, опасно было очень у ворот Бородулина. Молодой вратарь справился с броском Константина Баранова. 25 секунд до конца. Еще есть возможность забить четвертую шайбу и довести преимущество от двух голов. Спиридонов заряжает пушку от синей. Суматоха, Бородуля спасает. И еще есть момент. Еще бросок Спиридонова, 10 секунд. Андрей заряжает. Снова спасает Бородуля. И еще один бросок. Зажал Михаил Шенкевич в центре на пятачке. Не дает Продакту спокойно бороться. Вот Шенкевич пошел в драку. Все, финальная сирена. 3-2. Зловицкие хоккеисты одерживают уверенную, достаточно уверенную победу над командой.